Дома в стиле интеллигентного сталинского ампира, расположившиеся меж водных каналов, стали визитной карточкой подмосковных Химок. Гости ЖК гадают, на что больше походит город набережных – на родной Санкт-Петербург или на итальянскую Венецию. Жители же в ответ вздыхают. За красивой рекламной картинкой скрываются проблемы, оставленные в наследство обанкротившимся застройщикам – компании Urban Group. Протечки кровли и мансардных окон, отставание облицовочных плит и отстрел кирпича – затопление кладовых помещений и машин и мест – лишь немногие жалобы владельцев квадратных метров. Наша съемочная группа приехала, узнав о коммунальной аварии в ЖК, подвела ливнево-очистная система, в результате чего образовались подтопления. Там колодец, в нем установлено два насоса ливнево-очистной системы. Вот, при монтаже застройщиком они были сожжены из-за неправильного подключения. Вот. Поэтому на данный момент во избежание подтопления домов нам приходится переносные насосы туда устанавливать и откачивать ливневые воды. Обслуживанием проблемного жилого комплекса занимается управляющая компания «Территория комфорта Клязьма». Все бы ничего, но задолженность жителей растет день ото дня, а на содержание домов и расчеты с ресурсниками нужны средства, сетует в УК. По состоянию, когда организация была передана новому собственнику, задолженность населения составляла порядка 54 миллионов, это на 1.07.2020. На 31.05.2021 данная задолженность выросла практически в два раза, до 108 миллионов. С долгами населения сталкивается каждая управляющая компания. Но здесь случай уникальный. Жители за коммунальные услуги в большинстве своем платят, но не тому, кому нужно. Кому вы деньги платите, знаете? Ой, я вот не знаю. В смысле обслуживания я неплохой. Ага. Ну вот так, я, конечно, мало живу, но там двери сломали, что-то там это подкрасить, под это в этом году вот покрасили, все, там ничего. Некоторые дома ЖК «Город Набережных» решили отказаться от услуг управляющей компании, создали товарищество собственников недвижимости – ТСН и стали собирать деньги с людей. Только вот ТСН эти вне закона, это признают сами председатели. У нас уже здесь создано 23 ТСНа, да, но которые до сих пор не признаны ни ГЖИ, ни управляющей компанией и никем. На сайте Госжилинспекции Московской области говорится, что все дома в жилом комплексе «Город Набережных» обслуживает только одна официальная организация – «Территория комфорта Клязьма», в лицензии которой эти МКД как раз и числятся. По закону жители должны платить за жилищно-коммунальные услуги именно в ТК «Клязьма». В настоящее время организация выполняет свои обязательства и погашает долги, накопленные предыдущим руководством. Непосредственно у этой управляющей компании заключены договоры с ресурсоснабжающими организациями, которые ежемесячно выставляют счета за водоснабжение, электричество и другие оказанные услуги. Тем не менее, некоторые жители платят деньги, которые должны уходить ресурсникам, незаконные УК, от ТСН, которые фактически услуги не предоставляют и находятся вне правового поля. Территория комфорта Клязьма осуществляет напрямую платежи РСО. Тем не менее, жильцы на протяжении определенного времени оплату производит ТСН, который в реестр лицензии не внесен. Соответственно, денежные средства в полном объеме и в том потоке, которому необходим для погашения задолженности перед ресурсоснабжающими организациями, он не поступает, и отсюда начинает расти дебиторская задолженность. Председатели ТСН призывают людей оплачивать именно их платежки, а квитанции законной управляющей компании, которая осуществляет оплату и погашение долгов перед ресурсными организациями, игнорировать. Мы выставляем вот эти платежи, и при этом нам приходят задвоенные платежи, которые устанавливают. Выставляет нам «Территория комфорта», мотивируя тем, что мы находимся у них в лицензии. Мы получаем двойные платежи. Я своим собственникам сказала, «Территория комфорта» не оплачивать. Такое отношение к управляющей компании неспроста. В прошлом году люди узнали, что собственник, теперь уже бывший, накопил долги на 50 миллионов рублей. Это подтверждают документы. Только перед «Энергостандартом» по состоянию на 1 июля 2020 года был долг более 30 миллионов рублей. На конец августа того же года сумма снизилась до 25 миллионов
758 тысяч. Часть задолженности была погашена нынешним руководством проблемной УК. Однако после того, как управляющую компанию выкупил новый владелец и взял на себя все обязательства, в том числе и финансовые, пыл жителей не угас. Точно знаю, что компанию уже будут продавать. Предыдущий руководитель проводил среди собственников планомерную, целенаправленную агитацию о создании ТСН. Это подтверждают и сами жильцы, которые говорят, что он имеет к этому непосредственное отношение. Этот случай не стал исключением, и собственники достаточно доверчивы к таким агитациям, и дома начали переходить в ТСН. Руководитель, о котором идет речь, Иван Боев. В свою бытность директором ООО «Территория комфорта Клязьма» он увеличил себе зарплату с 50 до 300 тысяч рублей. Помимо этого, он оформил на себя займ от «Территории комфорта Клязьма» на 2,5 миллиона рублей. Эти деньги через суд в настоящее время пытается взыскать нынешнее руководство УК. В азбуке уюта, а также вот ТСН инициатором создание данных организаций был предыдущий руководитель территории комфорта и Клязьма, который 30 июня 2020 года покинул данную организацию и пошел, как говорится, на вольные хлеба и занимается как бы вот сейчас именно вот этим созданием ТСНов, занимается как-то под каким-то посредством там созданием вот управлением азбука уюта и так далее. Азбука уюта – это обслуживающая организация, с которой сотрудничает часть ТСН. Последние новости на сайте датированы мартом 2019 года. В штате 5 человек. Есть долги перед РСО. Только ТСК «Мосэнерго» она должна на сегодняшний день 6,5 миллионов рублей. В ГЖИ азбука в качестве управляющей компании не числится. Зарегистрирована в промзоне, вход на территорию которой воспрещен. Нам дозвониться до загадочной организации не удалось. Впрочем, в одном из ТСН нас уверили, все вопросы жителей решаются в оперативном режиме. У меня есть чат, в котором я общаюсь со своими собственниками. У нас есть офис, в котором сидит управляющая компания. Не управляющая, обслуживающая компания. Угу. То есть по вопросам, которые касаются обслуживания, они могут обратиться как туда, и если они будут недовольны тем, что им там ответят, они могут обратиться ко мне. То есть я, как надзорная инстанция, пойду разберусь, что там не так было в управляющей компании. Непосредственно наши ТСНы, они офиса не имеют, поскольку это юрлицо, мы все зарегистрированы, как правило, на своей территории, в моей квартире. Но непосредственно так вот приема, чтобы вот так вот сесть и принимать, нет. Мы решили провести эксперимент и узнать, кто в действительности решает проблемы в ЖК. На сайте «Добродел» мы оставили заявку с просьбой обновить оградительный столбик, краска на котором облупилась. Через некоторое время пришел ответ. Заявка исполнена. Работы проведены управляющей организацией ООО «Территория комфорта Клязьма». Фотография прилагается. Мы выехали на место, чтобы своими глазами увидеть результат. Действительно, столбик покрасили. Жители также подтвердили, на их заявки в ОК реагируют быстро, жалоб нет. Был случай у нас в квартире, прорвало кран. И начала вода. Мы вызвали, слесарь моментально приехал, все почти. Мы попытались найти хотя бы одного сотрудника других обслуживающих организаций. Однако наши поиски успехом не увенчались. Все электрики, слесаря и дворники представляли территорию комфорта Клязьма. Имеют ли право ТСН собирать деньги с жильцов? Куда эти деньги уходят? Является ли компания «Азбука уюта» аффилированной с бывшим генеральным директором ООО «Территория комфорта Клязьма» Иваном Боевым? И где сейчас Иван Боев, который накопил многомиллионные долги перед ресурсоснабжающими организациями? Эти вопросы мы адресовали компетентным органам. По сложной и запутанной ситуации в ЖК «Город Набережных» нами направлены запросы в МВД и прокуратуру. К моменту выхода материала ответы получены не были.